Рогим, село в Дубасарском районе. Тут и скальный монастырь 11 века, и бутафорский дом в народном стиле, живописные склоны у Днестра. Есть площадки для парапланеристов. Часто приезжают туристы. От Дубасар 10 километров. В самом селе живут около 1000 человек, а хорошей дороги не было. С прошлого года здесь строят бетонку. Сейчас заливают последние сотни метров. Дорога строится, и смотрю, уже вот-вот осталось немножко. Наверное, до конца месяца уже будем с дорогой, слава богу. Дорога, конечно, отличная. Мечта, мечта, мечта. Сейчас поэтому у нас и дома продаются все-таки, больше заезжают отдыхающие, так что все хорошо. Чтобы ускорить процесс, бетон готовят на месте. К концу июля планируют выйти к трассе. Дорога будет широкая, прочная и все из местных материалов. Ширина дорожного полотна 7 метров, длина километр, 1000 метров. Толщина бетонного покрытия 16 сантиметров. При строительстве используются исключительно местные материалы. Песок, гравий, цемент привозим с Рыбницы. Арматура — Молдавский металлургический завод. Дальше строительство бетонок в Дубасарах. Дороги сделают на улицах Пирогова и Горького. Проложат бетонку и в Новокомиссаровке. Там работы будут в несколько этапов.